Я рад вас приветствовать на своем канале, на канале Дневник Журналиста. Хотел бы сегодня с вами обсудить такую вот новость, скажем так. Новость — это уже не новость, но свежий выпуск. Значит, российские власти будут депортировать иностранцев с коронавирусом. Вот такая вот статья. Давайте я вам зачитаю, и как бы можно будет обсудить. Значит, премьер-министр России заявил о переносе сроков международного инвестиционного форума в Сочи. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в понедельник, что Россия будет депортировать иностранных граждан, у которых был выявлен коронавирус, из Китая. Об этом, как передает информационное агентство, глава российского правительства сказал на совещании с членами кабинета. По словам Михаила Мишустина, подписанный им недавно национальный план по предупреждению завоза и распространения этой инфекции на территории России позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если в них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это будет изоляция и карантин. Значит, вирус из Китая, как сообщил премьер-министр России, был добавлен в российский перечень особо опасных заболеваний. Мишустин объявил о том, что в стране работает оперативный штаб для предотвращения распространения коронавируса, и ситуация находится под контролем. Значит, ранее Россия ограничила въезд граждан Китая на свою территорию и ввела временный запрет на выдачу им групповых туристических и рабочих виз. В понедельник стало известно, что граничащим с Российской Амурской областью китайском уезде Суню городского округа Хэйхэ выявлен случай заболевания пневмонией в результате коронавирусной инфекции. Также Михаил Мишустин заявил о переносе сроков проведения инвестиционного форума в России, отметив на инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой, предложившей отменить форум с учетом согласия ситуации, которая поступает из Китая. Проведение форума было запланировано на 12-14 февраля. Новые даты мероприятия пока не определены. Вот такая вот статья. Значит, что, ребят, давайте обсудим. Пишите в комментариях. Я буду отвечать. Отвечаю на все комментарии. Посидим, поспорим, выскажем свое мнение. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, так как очень часто выходят на нем новости. Мы делаем обзор этих новостей. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски. На этом пока. До скорых встреч.